Здравствуйте, друзья. У нас была такая просьба, запрос в комментариях, что покажите, как вот движется круизный лайнер. А то так вот все, то, что внутри, а на море как. Но дело в том, что до сегодняшнего дня мы двигались только ночью. Поэтому снять в движении было невозможно. А сейчас вот весь день мы будем двигаться. А потом уже дальше будет три острова подряд, и мы вернемся назад. Поэтому сегодня я могу снять. Это вид из нашего окошечка. Сейчас, наверное, будет ветер шуметь. Ну-ка, давайте попробуем выглянуть. Да. Так вот. Спрашивают тут, можно ли выйти на нос судна, как в Титанике. Можно, но когда качка или там ветер сильный, или что-то там перекрывают, чтобы народ не ходил там, рисково соскользнуться можно. Можно выйти на нос. Да? А это вот просто совсем даже вниз. Можем вниз, но вперед по курсу. Мы, друзья, на пятой палубе движемся в сторону, значит, носа корабля. И я не знаю, что там будет по части ветра. Поэтому, в общем, может быть, будет шумно. Хотя я смотрю, что запотевает объектив, тут так влажно. Ну, пойдем посмотрим.